Всем привет, с вами Интересное ТВ. Сегодня я вам покажу, как можно сделать прозрачное прыгучее яйцо. Так, нам понадобится обычное невареное яйцо. Далее уксус 9%. И кружка или какой-нибудь другой сосуд. Так, берем наше яйцо и ложим его в кружку. И далее берем и заливаем это все уксусом. Уксус должен покрывать все яйцо, чтобы оно не выглядывало. И оставляем наше яйцо с уксусом на 24 часа, то есть на сутки. По идее, шкарлупа должна от яйца раствориться и остаться пленка. Итак, прошли сутки, и давайте посмотрим, что же произошло с нашим яйцом. Как вы видите, шкарлупа на яйце растворилась, и оно стало таким немного резиновым и прыгучим. И прозрачным. Давайте возьмем фонарик и просветим его. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока. We'll be right back.